Всем привет, с вами Никита. Ребята, мы давненько с вами не играли в Побег из тюрьмы, в третью часть. Играем в Brawl Stars, играем в Courage Car, но я хотел пройти все уровни, хотел открыть всех боссов, поэтому давайте продолжим. Вспомним, на чем мы там остановились, какой у нас там был последний уровень. Ух ты, 193, ребята, у нас 193 уровень. Так, поехали, предупреждаем, что... Оу, какие-то штучки. Кулаки, так какие-то, ребята, кулаки, походу, падают. А, так, надо запоминать. А, сверхвосклицательные знаки, в принципе. Они нам говорят о том, где, куда будут эти кулаки лететь. Ух ты, как. Ну, не сильно сложно. Так, ребята. Ой-ой-ой-ой. Все, можно сматываться. Сматываемся. Нормально. Первый уровень в этой серии у нас прошел легко. Здесь странно. Ничего не скажу. А, ну, типа такой лабиринтик. Все, я понял. Типа такой, ребята, лабиринт. Так, я уже понял. Надо нам идти в самый конец. Так, а здесь что делать? Вот так. Вот сюда, да? И что, на торец? Нет, на торец не можем встать. Или можем? А, можем. Ну, тоже легенький, ребята, легенький уровень. Следующий не покажет нам. Туши свет. По-моему, такое название похожее уже было. Опа. И что? То... А, вот так. Опа, ребята. Все, мы идем чисто в потемочках. В тем... Ух ты, я прямо около шипов остановился. Так, вот он, лифтик подъехал. Ух ты, тоже хорошо. Хорошо, ребята, прошли. Налегке идем. Нам свет, я так понимаю, никто... А, то мы можем, наверное, двигать, да? Нам свет никто не хочет включать. Но мы можем, наверное, по памяти пройти все эти уровни. Так, я буду сразу подсвечивать себе местность. Ой-ой-ой-ой, испугался. Так. Вот так. Смотрим. Я нажал. Да, я нажал. Светим, светим. Подсветочку включаем. Лифтик работает, ребята, все нормально. Ждем лифт. И сразу сюда перемещаемся. Ой, я испугался. Ё-моё, ребята. Я чё так прыгнул плохо? Неудачно, короче, прыгнул, ладно. Так, все, я взял ключик. И спокойно можно заканчивать этот уровень. Идем дальше. Хочу со светом. Фу. Опасная. Опасная дорога. Как она поднимается? Я понял. Так. Ну пока вроде не слишком опасная была. Но все-таки опасная. Меня, наверное, надеюсь, не прижмет. Ой-ой-ой-ой. Ух ты. Хорошо, ребята, тоже на изи. На изи. Вообще сегодня как-то все быстро проходим. Тайные возможности, тайные возможности. Сейчас, я думаю, все поймем, как откроем рычажок. Нет. Так, наверное, не откроется ничего, ребята. Да, видите, не открылось. Я так и знал, что это подстава была с тем ключом. Это тоже будет подстава. Так. Это что такое было? Там ключ, по-моему, исчез или нет? Ой, не успел. Не зацепился я за этот мостик. Так, этот ключ взяли. Будем не спешить особо, потиху. Потихонечку. Так, второй ключ. Ой-ой-ой, а как мне его взять? Фу-у-у-у. Ребята, было опасно. А вот здесь что-то непонятное творится. Тайные возможности. Вот сейчас точно непонятно. Как мне прыгнуть за тем ключиком-то? Смотрите, у меня не получается. Это что, в самый уголок надо мне? Короче, наверное, здесь надо что-то двигать. Нет, вроде ничего не меняется, не двигается. Ё-моё, как мне в тот уголок-то подлезть? А может, два раза надо нажать? Странно.
Ладно? Ё-моё. В общем, ребята, пришлось посмотреть подсказку. И там было написано, что нам нужно нажать пальцем на персонажа, чтобы можно было спокойно перемещаться в пространстве. Не, ну, ребята, откуда это можно вообще знать? Это просто нереально. Вроде я на все тыкал, на все клацал. Так, вниз. Давайте спустимся внизочек. Опачки, опачки, опачки. Ух ты! Вот это подстава. Мы еще можем и грохнуться. Ладно, лучше по старинке. Так быстрее эти первые ключи собирать. Так, а вот сейчас уже можно активировать нашего персонажика. Нашего Стикмана. Вот так. Спокойно собираем этот ключик. Идем за следующим. Ой-ой-ой, опасно. Так, надо, наверное, лучше по нему еще раз упасть. О, вот так. Хотя здесь мы и так взяли. Так, поднимаемся. Я боюсь. Все нормально, ребята. Нам надо еще. Так, надо его спустить на землю. Вот так. Вот этот надо взять ключик. Так, полетели вверх. Как на лифте, поднимаемся. Прямо за ключиком. Ух ты, да еще один, ребята, ключ. Сколько о них. А тут вверху. Я вижу, там придется нам тоже подниматься. Так. Вот здесь станем. Наконец-то! Отлично, ребята, можно убегать отсюда. 198 уровень, даже не верится, уже почти 200 уровней, ребята, прошли. Так, скрытые цифры. Ага, тут код. Я понял. Нам надо что, искать циферки? Опять надо на кого-нибудь нажать, что-нибудь. Опа, смотрите, ребята. Я отодвинул. Так. 9-3-6. 9-3-5. Так, поехали. 9-3-5. Фу, самый, ребята, на сегодня это самый легкий уровень. Так, поехали дальше. Опять эти кулаки. Откуда они вообще появились? А, нам надо просто вообще добежать. А может, я так вот добегу? Нет, не добежал. Опачки. Опачки, не знаю, где мне заныкаться. Фу, сейчас свобода. Так, лотерейный билетик. Опа, что, опять ищем? Ищем, ребята, лотерейный билетик, нет? Или нам надо будет просто прыгать? Вроде бы все уже. А, подождите, может тут невидимые мостики, нет? Странно. Где он? Где этот лотерейный билет? Или вообще, что мы ищем? Может, там по замку надо просто ляснуть, ребята? Нет, стик не работает. Факел, кирпичики. Я, ребята, там увидел случайно надпись. Open. Открыто. Отлично. Беги. Ух ты, ребята, все падает, все рушится. Крутой легкий уровень. Ты их уже собирал? Это что значит? Это что значит, ребята? А, опять цифры? Так, опять цифры? Что у нас тут? Где что? Где кого? Кого где спрятали, ребята? Видите, она тоже. А, 9. Так, я понял. 9. 3. 9, 5, 3. Или 9, 3, 5. Так, 9, 5. 9, 5, 3. Мы же это собирали, да? Так, ребята. Оказывается, это количество пройденных уровней. Мы прошли 202. То есть, сколько мы ключей собрали, столько такое число здесь нужно было и ввести. Ну, сразу не догадаешься. Так, ребята, ну что, у нас босс. Босик, опа. Это же этот синий чувачок какой-то. Или уже такой был босс, я не помню. Подождите, по-моему, кто-то у нас что-то подобное кидал, нет? Так, ладно, а чем мы? А что мы делаем-то, собственно? А, мы бомбочку. Сейчас будем, наверное...
Ё-моё, ребята, я самоуничтожился. Так, ладно. Что, можно здесь стоять, в принципе? Будем тут прыгать. Перепрыгивать. Это он батарейки кидает. Какой-то босс-батареечник. Так вот, потихоньку. Батарейки эти перепрыгиваем. И бомбочку, ребята, кидаем. Ждем, ждем. Давайте нам еще пару бомбочек скиньте. На тебе. Так, наверное, 3 бомбы. Ух ты, опасно было. Опасно. 3 бомбочки будет по-любому. Так, есть, ребята, мы его уничтожили. Хороший, такой легенький боссик. Ну что, ребята, я думаю, на этом все. До скорого в следующих видосиках. А давайте посмотрим, сколько у нас там боссов. Смотрите, вот такое количество боссов мы уже с вами прошли. Да, здесь уже были синие боссы. Но осталось сколько? 1, 2, 3. Ребята, осталось 3 и 4 самый главный босс. А что у нас по уровням? Давайте посмотрим. Ну, уровни еще прилично. Так, смотрите, сколько еще. 207. Ух ты, всех, ребята, 276. Да, кстати, уровней еще много. Ну что, на этом все. До скорого в следующих видосиках. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока-пока.